Покажу вам свои покупки. Старалась все покупать еще, конечно, по старым ценам. Я думаю, по новому мы еще успеем. Сейчас все хватают все. В общем, такой ажиотаж какой-то ненормальный. Я заметила, как на меня это вот действует, передается. Тоже думаю, надо чем-то запасаться. Вот. Хотя уже все это очень надоело. Вот. В Фроша взяла вот таких парочку шампуней. Написано, что у них еще старые цены, но я не знаю, не очень за ними слежу, акций особо никаких нет, там промокоды не работают. Ну вот этот шампунь по 330, кажется, рублей для чувствительной кожи головы, в общем-то, взяла на всякий случай, пусть будет. В основном шампунь уже там 600 рублей, но я думаю, за 600 мы еще успеем. Сахар, смотрите. До 4, от 4. Уже другая цена. За 89, если больше будете брать. Ну, гречка, та же история. Подкладки снесли. В Золотом Яблоке гуляла. Вот я заметила, пропал Ревлон. Люкс, конечно, такой стал очень дороговастенький. Думаю, надо взять помаду, вот совершенно наткнулась случайно, Ламель, и они то ли уходят, то ли распродаются. Ну, в общем, такого цвета помада, 404, срок годности нормальный, я ее купила всего за 149 рублей. Шикарно ложится, в общем, такая хорошая помада базовая. На каждый день, цвет приятный очень. Выбор, правда, там не очень такой уже большой, но есть из чего пока выбрать. Там еще какой-то другая помада немножко подороже была. Единственное, что я так потом дома стала рассматривать, это сейчас где-то я здесь видела. Ну, в общем, это Китай. Как-то меня это немножко смутило. А вот здесь написано. Почему-то я слышала, что это вроде наша помада. Ну, наша марка, вот эта Ламель. Ну, ладно, за 149 рублей, думаю, пусть будет. Запаслась немножко красками для волос. Вот брала на Озон, самый тоже ажиотаж. В общем-то, сейчас очень сильно они дрожают. Но я пользуюсь 8, 8.1, по-моему, 0.1, там, всеми вот этими восьмерками мне очень нравится. Эта краска, она мне подходит. Вот, а ну, потом поехала в Ашан, она там всего, по-моему, сейчас 110 что-то рублей. На Озоне дороже. В общем, я заметила, вообще в интернет-магазинах сейчас бывает все дороже, чем, в общем, в офлайн-магазинах. Почти все магазины закрыты. Томми Хильфигер, Кевин Кляйн. Хуго Босс закрыт. 50% точно закрыты. И покажу вам так вот уголок. Это белье. Не будем тут уж трясти этими вещами на камеру. Вот, в общем-то, тоже купила себе бюстгальтер на всякий случай. Ну, кто там знает, что будет. Вот, взяла его в аутлете «Белая дача». Марк Спенсер. Зашла в «Триумф», который я люблю. Что-то там цены какие-то от 4000. В общем, здесь 900 рублей. Там немножко вам вставлю, покажу, там есть какой-то еще выбор. В общем, цены такие. Трусики там 1500, 5 штук еще можно купить. Ну, тоже более-менее качество. А вообще, я так думаю, ну, перейду я на новые, наверное, черемушки. Если я туда поеду, я вам поснимаю немножко. Смотрите, какие мужские ботинки.